Губернатор области Вадим Потомский подверг резкой критике работу городских властей по организации муниципальной маршрутной сети и состоянию пассажирского транспорта в Орле. Напомним, с 9 августа в областном центре стала действовать новая схема работы маршрутного транспорта. Однако, несмотря на все заверения представителей муниципальной власти о том, что нововведение не создаст для горожан проблем, последние не замедлили появиться. Многие маршруты оказались отменены, окраины транспортно стали еще более удаленными друг от друга. Возникла необходимость пересадок. Вам не кажется, что та новая система, которая сегодня внедрена в городе, она вообще никуда не годится? Логически подумайте, да? Нужно делать пересадку для того, чтобы доехать с автовокзала на вокзал. Представьте себя на месте тех людей, которые приезжают на вокзал с вещами. Им нужно добраться до автовокзала, чтобы уехать в районы. Вот они с этими чемоданами, торбами, авоськами загружаются в эту маршрутку, должны выйти, дождаться другую, пересесть на нее и уехать. Мы что сделали? Мы кому помогли-то? Людям? Или мы составили такие маршруты, чтобы кому-то угодить конкретно? Значит, Александр Сергеевич, я даже ответов никаких не буду сейчас слушать. Вам 10 дней, чтобы вы представили новую схему, новое видение этого вопроса, с учетом пожеланий граждан. Состояние подвижного состава также вызвало критику главы региона. Вадим Потомский напомнил, что создание более комфортных условий для пассажиров было и одним из условий повышения тарифа на перевозки. Как ездили эти старые автобусы, не мытые, грязные, так они и катаются. Как я говорил о том, что не должно быть на линии в городе автобусов, которые ездят с этими газовыми баллонами, не сертифицированы, а их никто не сертифицирует, кроме в Орле их точно не сертифицируют. Они уезжают в другие города, получают сертификат и выходят на линию. Якобы у них есть какая-то бумажка. Я же сказал, чтобы этих автобусов не было, все равно они ездят. Совместно с ГАИ привлекайте СМИ, средства массовой информации. Пускай эти перевозчики покажут документы, где они взяли эту технику. Кто им установит эти газовые баллоны? 10 дней, чтобы представили нормальные маршруты. И что касается перевозчиков. По обновлению подвижного состава. Мы перевозчика услышали, перевозчик нас не услышал. На тех же старых развалюхах ездят, немытые, грязные, но зато тариф повышен. Более того, мы когда тариф повышали, расчет был, что они потребляют у нас там либо соляку, либо бензин. А газовое оборудование, причем здесь тогда, 16 рублей это было с учетом увеличения стоимости за топливо. Про газ вообще разговора не было. Умудрились и 16 рублей получить, и газовое оборудование оставить. Но если даже так, хорошо, увеличили себе маржинальность, но покажите, что вы поменяли подвижной состав. Купите туда себе технику на газовом оборудовании с применением газового топлива, но с учетом того, что эта техника признана в заводских условиях и сертифицирована вся. Она в Российской Федерации производится.